Добрый день гостям, подписчикам канала. Сегодня у нас пациент бурильная установка. Да-да, бурильная установка, нестандартный такой пациентик. И еще и производитель у нас Hilti, и по модели конкретно у нас DD160. Механика здесь от Hilti замороченная, навряд ли даже не брался бы. Но здесь проблема с электрикой, не включается. Не брался бы однозначно из-за того, что комплектующих нету. Никогда мы не сталкивались именно с этим. Я уверен, что здесь не будет. Вон какая-то механика присутствует. А вот и с электриками поборемся. Даже если это у нас Hilti. Однозначно. Сейчас мы его законнектим. Так, здесь присутствует пульт управления. Здесь электромагнитная кнопка. Она по ощущениям я слышу. Срабатывает магнит. И контрольная лампочка загорается красная. Но здесь он не запускается. Установочка наша. Напряжения на щетках нету. Щетки в хорошем состоянии. Не стертые. Так, давайте вместе будем искать. Все-таки, я думаю, какой бы это ни был производитель, с электрикой я должен пободаться и победить. И будем смотреть кабель, кнопку. Что здесь еще? Может быть, здесь какая-то плата управления. Ну, короче, вскрываем. Так, вот здесь заднюю часть мы вскрыли. Здесь электронный хаос, конечно, не все здесь так просто, не все так просто. Пусковые какие-то блочки здесь установлены с радиатором. Так, ну что самое простое, нужно здесь отсутствует напряжение. Когда мы на пусковой кнопке нажимаем, горит контрольная лампочка красная, здесь отсутствует напряжение. Самое проще, что прозванивать нужно кабель. Открыли пусковую кнопку. И, а тут еще Hilti, конечно, заморочился. Три саморезика под крест, а и вот здесь такой нестандартный. Но нам это не интересно. Так, нам нужно проверить синий провод и коричневый, который приходит также сюда на электронный блок уже управления. И у нас синий звонится, а коричневый не звонится. Вот так вот, довольно-таки все просто. Будем искать сейчас. Сейчас отрежем здесь. Скорее всего, излом был. Если будет звонить, не будет звониться, тогда мы здесь укорачиваем кабель. Не звонится, значит, целиком меняем кабель. Ну ладно, дополним видосик, чтобы я не был голословным, а то так все на словах, а ничего не показал. Давайте, берем синий провод, тестим его. На звонок отвечает. Берем коричневый. Где он тут закручен у нас? Желтый с зеленым, это у нас корпус, масса, так сказать. И вот у нас коричневый на электронном блоке. И он не прозванивается. Вот так. И уже все. Удалили вот этот огрызочек. Прозванивается. Запускаем данную установку бурильную. Надеюсь, все будет работать. Еще не включал, вместе с вами стартуем. Не стартует. Облом. В чем же причина? Снова будем раскрывать. Вот это жопа. А, Семен Семеныч, а здесь вкликнуть. Система такая, что было включено на положении кнопка, она не работала. То есть, когда пропадет электропитание и включится снова, она не запустится. Все, ребята, вот. Хоть бурильная установка сложная по-технологически. А решилось все. Вот этим огрызочком трехжирным. Все, ставим лайк. Было познавательным для вас ролик. Обязательно ставим технический лайк. Подписываемся на технический канал. Здесь масса всего ремонта технического.